Есть организации, которые выкупают целую квартиру, начинают там делать ремонт, рисуют какой-то план нарезанных студий и тут же выходят на рынок с этими объектами. Что получается? То есть вы покупаете квартиру как бы в стройке, да? У вас будет договор купли-продажи на долю, а также вы заключите договор подряда с данной организацией, которая будет выполнять вот эти работы. В большинстве случаев вся эта планировка не согласована, потому что согласовать ее невозможно. У вас возникнет следующая ситуация, что вы один из собственников этой квартиры, который сам решил сделать вот такой несогласованный ремонт, а вот эти ребята, которые вам эту квартиру продали, они просто подрядная организация. Какой из этого всего результат? Если на вас конкретно и на других собственников подадут в суд, то вот эта организация, которая вам продала эту квартиру и вот эту стройку, она скажет: извините, мы подрядная организация, мы ничего не знаем, они вот тут это все раскупили и решили вот устроить тут себе вот такое вот мини-общежитие.